всем привет, ребят, с вами я, MyNex, и сегодня я покажу, как взломать сервер на бесплатную опку, админку или донат кейс. Да, вы не ослышались, бесплатную. Вы спросите, откуда у меня же сервер? Ведь я говорил, что у меня нет денег на такой сервер, потому что он стоит не так уж и дешево. Ответ. Это сервер пробный, это не настоящий сервер, это пробный. Тут я тестирую плагины и все так далее делаю. Да, он бесплатный. И поэтому я вам говорю, если вы хотите уже поиграть на моем сервере, который выйдет скоро, если вы мне поможете еще быстрее и взломать админку, опку или так далее, то поддержите меня донатом. Донат будет в описании и в комментариях закрепленном. Даже 1 рублю я буду очень рад. В данном способе мы можем выбить опку, либо донат кейс, либо привилегию любую. Но мы долго не будем затягивать и приступаем. Напишу в чат, я сейчас Энигма. Да, сейчас выдам себе игрока и уберу вообще опку. Все, как видите, я игрок. Вот я был Энигмой, теперь я игрок. И опки у меня нету. Все отлично работает. И давайте попробуем написать эту команду. Сейчас переходим от первого лица. Телепортируемся на спавн. И сейчас у меня... А, точно. Я себе выдавал 13 донат кейсов, просто так, чтобы открыть, проверить, работает ли все. 13 донат кейсов. Окей, сейчас я их всех открою, и будет 0. Вот я и все открыл, как видим, на нуле. На нуле у меня, вот я спонсор, сейчас выдам себе игрока. Ну, а как опки у меня все равно не будет. Все отлично, я игрок. Давайте уже писать вот эту вот команду на взлом. Пишем все в точь-точь, как я показываю. Взлом. Точка оп. Все пишем, как я показываю. MyNex DK Priva и наконец-то PEX. Так, Priva точка PEX. Надеюсь, правильно написал. Объясняю. Взлом — это как раз вот взлом. Оп — это может выпасть оп. То есть там, если мне выпадет оп, я офигею. Серьезно, это очень малая вероятность, что оп выпадет. Прива — это привилегия любая. И ДК — это донат кейс. Взлом — это взлом, да. Открываем. И у нас тут должна быть одна менюшка. Ну, вот это донат меню должна высветиться. И все. Если высветилось, то все сделано правильно. Так, давайте попробуем посмотреть. Так. У меня ключ. Я думал, мне привилегия выдастся. Нет? Не? Блин. Ну, ключ, ладно, хорошо. Давайте попробуем открыть. Открыть попробуем. И VIP, VIP-ка упадает. Отлично, давайте напишем тогда еще раз. В взлом. Надеюсь, хотя бы что-нибудь хорошее выпадет. Взлом. Точка. Оп. Точка. MyNex. Точка. ДК. Точка. Прива. Точка. PEX. А вот некоторые еще задают вопрос. Вот где MyNex, это не ваше имя. Там обязательно должно быть MyNex. Так как сервер, конечно, мой, но это, наверное, логично. Ну, короче, вводим. И давайте раз, два, три. И да, опять донат меню. Надеюсь, так, Прива. Нет, опка, нет. Значит, опять донат кейс. Да, угадал. Открываем этот донат кейс, выпадает админ. Админ, тоже хорошая привилегия, почему бы и нет, кстати. Так, вот у меня сейчас 0 ключей на балансе. Вот так вот. Давайте попробуем еще раз написать. Взлом. Точка. Оп. Так, я иногда вот когда много раз пишу, иногда забываю. Так, точка MyNex. Если не так что-то напишу, пишите правильно. Так, MyNex, точка, ДК, точка, П, так, точка, Прива, ДК, Прива, вроде так, и PEX. Так, сейчас проверим, взлом, оп, MyNex, ДК, Прива и PEX, все правильно. Еще раз нажимаем, и отлично, вот. Ничего себе, в смысле? Серьезно, мне из этого опка выпала? Выпала опка?
Я думал, донат кейс опять. Ну-ка. Да, я админ и. Офигеть, офигеть, прикольно. Опка из взлома. Офигеть. Вот это офигенно. Трэш полный. Короче, советую. Если хотите, чтобы поскорее такой сервер вышел с бесплатной опкой. Давайте напишем в рангами моде 1. Если хотите поскорее такой сервер, то поддержите меня донатом. Донат будет в описании и закреплен в комментарии. Чем быстрее мы наберем на сервер, тем быстрее и он выйдет. Ну и всем спасибо за просмотр. С вами был я, MyNex. Всем удачи и всем пока.